Ныне люди предпочитают отдых за городом, чтобы хорошо и весело провести время, чем парад на площади, тем более, если к этому располагает теплая весенняя погода. Хотя на сцене было много интересного, да и народ вокруг веселился. Также от имени всех руководителей Каспичан поздравила Людмила Левицкая. От имени главы муниципального округа, от имени главы администрации нашего города хочется искренне и сердечно поздравить вас с этим красивым, замечательным, чудесным майским праздничным днем. Хочется пожелать каждой семье наших каспичан и дагестанцев мира, спокойствия и благополучия. На городской площади состоялся праздничный концерт, подготовленный управлением по делам культуры и молодежи. Мероприятие открыло ансамбль «Дети гор». Их выступление запомнилось не только зажигательным танцем, но и яркими костюмами. В концерте также приняли участие известные звезды дагестанской эстрады, чьи песни были посвящены высокому чувству любви. Оно и понятно, ведь весна – это прекрасная пора пробуждения природы, состояния влюбленности, эйфории чувств и весеннего настроения. Я ведь твой единственный, я твой таинственный, ты же моя первая, нежная, светлая, встретил я нечаянно, верила чаянно, самая славная. Радужное настроение горожан, смех детишек не может не радовать глаз. И сегодня особенно приятно, что несмотря на прошлые трагические происшествия 2002 года, все же народ практически заполнил всю площадь. А это значит, люди верят в то, что у нашей республики есть будущее, и оно очень светлое и благополучное. Асиат Ибрагимова, Анвар Курбанмагомедов, Мурат Шейхов, Новости Каспий ТВ.